Всем привет, с вами Грегори Эджвардс и добро пожаловать в Лайсаунс. Сегодня я покажу много таких новостей нету, в принципе, кроме как первых результатов специальной программы по реновации домов, то есть замена оригинальных хрущевок на новые, то есть и оригинальных некоторых домов, в частности, серии 121, которые пятиэтажки, имеется в виду, которые, можно сказать, как бы, можно сказать, не оригинальные, в смысле, то есть не похожие. Для тех, кто впервые, объясню, почему, зачем введена эта программа. Во-первых, это связано с тем, что некоторые дома не похожи на те, что я раньше должны, те, что должны были быть. Это, в частности, 121 серия, которая здесь раньше были не оригинальные дома, но большинство таких осталось на улице ветеранов. Могу даже показать их, для этого нужно переместиться в одно место под названием улица ветеранов. Вот. Звучит сейчас как тавтология, может быть, или что-то подобное, но... Так, да блин, так, давай, удались, да удались ты, все, телепортируемся, вот. Вот так вот дом, который, к слову, не оригинальный, то есть, как бы, не докопия, скажем так, признаемся честно. И по интерьеру напоминает тоже серию 121, в смысле, фу, какой нафиг 121. Например, первые дома, дома, которые появились в Лейсавске, на улице Богинский комиссар. Это сейчас такая лестница для инвалидов. Вот. В этих же домах на Бакинских комиссаров, на которых основываются эти дома, которые как бы должны были выглядеть так же, как 121, только пятиэтажки. Короче, эти дома должны были быть как... Те дома, те же, почти те же самые, только на Бакинских комиссаров. Я немного провел ремонт в первых четырех домах, то есть вот рядом с поликлиникой, вот эти вот, два вот такие вот бело-красные, вот эти обычные 15-17 по пакетских комиссаров и 16-14-16. Да, в общем, изменение еще проведено, капремонт домах номер 14-15-16-17, то есть рядом с поликлиникой. Что изменилось? Давайте посмотрим. Изменилась у нас вот лестничная клетка, она стала вот такой вот. Вот это раз. Изменился лифт для инвалидов. Это раньше здесь был, то есть тупо лестница, а теперь там полностью полноценный лифт. Это второе. Третье, пришлось помудрить с выходом на крышу. То есть я планировал как бы выпилить его, но не воздержался и вот, оставил как бы на том же месте. Вот. Все. В этих же домах то же самое, правда я немного поменял материалы. Вот тут у нас полубокий андезит, а там были полубокий камни. С лифтом то же самое, просто там раньше были просто люки из березовые люки, а там теперь железные. Но внутри лифт тот же самый. И последнее новое введение уже на Осетинской улице, бывшая Бахмутская. В том, что я заменил некоторые хрущевки. Это уже под номерами вроде как 10, 12, 14, 16. Вот эти вот дома. Номера домов, то есть по адресам. То есть здесь раньше тоже были не оригинальные хрущевки. И там интерьер был такой же, как в первых домах на улице Бакинских комиссаров. Вот так. То есть при этом получилось так, что они, конечно, хоть чуть-чуть место заняли, из-за того, что они чуть шире, они чуть длиннее стали. Но, тем не менее, по ширине они, можно сказать, выигрывают. Много места осталось. Разумеется, получилось так же, что немного осталось места возле, уже возле на перекрестке Бакинских комиссаров и Щербаковской улицы. Здесь раньше было полностью было занято здесь этим жилым зданием вот этим, но потом после капремонта так уж получилось, то, что осталось немного свободного места, тем более. Переделал остановку, правда, раньше она была как почти интегрирована в здание. Сейчас она, можно сказать, эта остановка находится отдельно. Вот. И по возможности здесь я планирую сделать торговый ряд, то есть небольшой мини-рынок напротив площади Ленина.
Это у вас будет доступ. Вот. В общем, в принципе, я пока Ну... что все сказал, и предвещаю некоторые вопросы, раз новых зданий, возможно, временно не будет из-за введенной программы по обновлению жилья. Вот так вот, скажем так. В общем, в связи с этим, возможно, новых зданий, возможно, в новых районах вряд ли будет. Потому что все основные силы будут брошены на реновацию, то есть на ремонт домах, то есть и прочее, прочее. И прочую организацию мероприятий, короче говоря. На этом, в принципе, все. Подписывайтесь, ставьте лайки, залезайте ко мне в группу ВКонтакте, на сервер Дискорд и на мой канал, чат в Телеграме. Также вы можете поддержать мой канал Копеечка, для этого есть донат, ссылка в описании под видео. Также, да-да, также есть мой канал в Яндекс.Дзен и Рутуб, ссылка тоже в описании под видео. И пока еще не поставил видео на паузу, я как-то забыл добавить, что эти дома тоже как бы породились сюда с первой серии. Правда, они не оригинальные. И тоже требуется замена. Ладно, в принципе, сказать. Ладно, на этом, в принципе, все. Спасибо вам за внимание и пока.